Творческие встречи, мастер-классы по брейку и граффити, экстрим-площадки, селфи-повязки. В День молодежи скучать молодым кировчанам точно не придется. В этом году праздник удачно совпал с выходным днем, поэтому основная программа пройдет 27 июня. Какие именно развлечения приготовила городская администрация для молодежи, узнала наша съемочная группа. Суббота обещает быть жаркой не только по прогнозам синоптиков, но и по планам городской администрации. День молодежи здесь называют самым демократичным праздником, ведь многое придумывается самой молодежью. Итак, самое первое и наиболее яркое событие случится уже в пятницу. В Юрианском районе на поляне у реки Медянка откроется музыкальный фестиваль «Междуречье». Он продлится 3 дня и соберет музыкантов из разных регионов России. Формат «Междуречья» на сегодняшний день – это уже не отголоски Гренландии, допустим, как это было раньше. Это действительно фестиваль современной музыкальной культуры. Самые разные жанры, самые разные направления. И, соответственно, гости, которые приезжают из Казани, из Уфы, из других городов. На музыкальную волну будет настроен и Александровский сад. В эту субботу на набережной Грина прогремит традиционный фестиваль «Акустика». Очень популярный у молодых кировчан. Ребята-музыканты исполнят кавер-версии известных песен в своей авторской манере. 5-часовой получается такой музыкальный сет, с 5 часов мы начнем и в 10 часов закончим все это фейерверком прямо на там, где расположена вот эта смотровая площадка замечательная, и летний амфитеатр со скамейками, там будет стоять сцена, там будет достаточно все красиво, музыкально и в таком совершенно, опять же, свободном молодежном формате. Кроме того, в течение всего дня в Александровском саду будут проходить всевозможные творческие мастер-классы. Здесь можно будет научиться танцевать в манере 19 века, поиграть в игры из славянского прошлого, попробовать свои силы в интеллектуальной настольной игре. Изюминкой этой площадки станет выставка «Селфи-повязки», навеянная тенденциями в молодежной среде. Тут, я думаю, объяснять ничего не надо. Фотографии, самые лучшие селфи, которые направлялись вот, и направляются еще пока до Дня молодежи, специальную группу в Инстаграме, ВКонтакте, они будут, соответственно, там продемонстрированы. Ну, я думаю, тут будет просто повод посмотреть, как же выглядит лицо современной молодежи. Для тех, кто увлечен спортом, в парке имени Кирова всю субботу будут работать экстрим-площадки. Здесь пройдет первенство города по велоспорту и экстрим-прыжки на батуте. Тех, кто увлечен хип-хоп-культурой, приглашают в галерею прогресса на традиционный молодежный фестиваль «Кипяток». На него съедутся известные бибои и диджеи страны и мастера граффити. Юлия Шалаева, Денис Тружков, Вести, Киров.